While you guys are here, Clark, feel free to come up and ask me any questions, No. My name is Mike, and I am a member of the Adventure League of Patriots. It's my job. Только что, excuse me, только что я подъехала к другому трамвайчику, автопоезд, вернее, можно сказать. Это меня привезли от стоянки, где я бросила машину, вот сюда, к входу в Бушгарден. Я хотела шапочку. И вот начинается. Я уже не буду себя показывать, потому что кипченочка у меня вот такая украинка. Она не очень меня красит. Long time. И вот какой красивый леп сделан из... Ну, как бы обсаженный... Обсаженный леп. Как я хорошо сказала, обсаженный леп. Ну, так он и есть обсаженный. Кто скажет, что он не обсаженный? В общем, вот это вот Бушгарден. Я сейчас говорила, думала, у меня включена камера, пока ехала. А оказалось, она у меня сама по себе почему-то выключилась. И я говорила, начну сейчас говорить снова. Фотографии делают, и каждая фотография стоит $125. My name is Mike. How are you guys doing? And unfortunately, I'm sorry, I was rooting for the Steelers. But hey, I love Green Bay. You guys С обсаженным львом. Короче говоря. Back in the box. You guys have a great day today at Busch Gardens. Bye, guys. Это город Тампа. Тампа. Или как произносят ее, Темпа. Но так как там пишется буква A, я ее всегда читаю как буква А. Ну, чукча, ну что поделать. Hi. Ладно. How are you? Так как я сейчас жду Жанну с Людой, какая-то новая Люда сейчас подойдет, она приехала, Жанна, какая-то подружка. Я пока покажу вот эти вот шикарные кусты, вот эти вот шикарные цветы. Не, они не пахнут. Так вот, Тампа находится в 100 милях от Орландо. Орландо – это почти самое сердце центральной Флориды. Тампа находится на берегу Мексиканского залива. Почти на берегу Мексиканского залива. А тут, да, в общем-то, Мексиканский залив, тут как бы еще маленький залив в заливе, называется Тампа-Бэй, или Темпа-Бэй. Вот это вот здесь можно купить самому себе тикет, автоматы по продаже билетов сюда, в Бушгарден. Я сейчас покажу эти цены. Так, вот, это для детей, ну, в общем, под $100. Под $100. Так, я жду своих девчонок. А интересно, не забыла ли я свой билет? Я, наверное, его забыла в машине. 100% я свой билет забыла в машине. Ладно. Все, это начало Бушгардена. Я сейчас закончу свою съемку и начну искать билет. Надеюсь, что... Не, а я его точно не взяла. Чукча, она и в Африке, чукча! До свидания. Пойду обратно за билетом. Пока.